Это я в 2023 решаю снять свой 13-й видеоблог. Несчастливое число, если что. Ты же про ноек. Мы опять в Болгарии. С girls and boy. Мы едем на Солнечный берег, это тусовочный город. Там будут аттракционы, все такое, поэтому я решила снять влог, чтобы... Да просто решила снять. Все, едем. Солнечный берег. Бряк по-болгарски. По-болгарски бряк. Настя нас довезла, милейший ангелок. Допиваем пиво и идем тусить. Оль, покажи, как красиво вот тут. И Вика красавчика. Во-первых, маленькая информация. Правильно? Вот с Олей мы знакомы. Оль, сколько мы знакомы? Лет, наверное, 18. Короче, вот все 18 лет мы тусим в Болгарии практически каждое лето, хотя ты долго не была. А с этим милейшим ребенком мы знакомы с ее рождения. Нет, не с рождения, с 5 лет. Сейчас ей 16. Она свободна, пишите. Короче, Солнечный берег – это как большой садовод. В целом очень много магазинов и всякого вайба такого. Вот наша компешка. Помашите! Какие куколки? Смотрите, мы уже видим эти аттракционы. Я вот даже, чтобы вы понимали, боюсь кататься на таком. Мы почти дошли до аттракционов. Я боюсь вот даже этой крутилки. Единственное, на чем я, наверное, прокачусь, здесь есть такой бык, который шатается в разные стороны и тебя пытается свалить. Ты на нем сидишь, держишься, и вот если ты продержишься определенное количество минут в определенном скоростном режиме, то ты выигрываешь бутылку виски. Мотивация не слабая, поэтому, может быть, попробуй это. Но в целом не люблю аттракционы, очень боюсь. Но смотрите, как здесь вайбово. Вот это вообще трэш какой-то, я не знаю. Она крутится, мало того, что на 360 градусов, так крутится и сами кабинки. В том году катались девочки, я не смогла, это очень страшно. Мой уровень — это вот машинки. Вот что-то такое. Хотя даже не аттракционно, просто как будто они... А, ну для детей, понятно. Ну я не катаюсь ни на чем. Очень красивое видео. Короче, предлагаю начать с чего-то простого, типа американских горок. Потом мы пойдем в дом. Я только страха. На этом смогу. Ага. Потом предлагаю пойти на капсулу смерти. На американские горки мы... Вниз, а так, да. На американские горки мы не идем. Ни при каких обстоятельствах. Я даже в комнату страха не пойду. Вот, вот, я туда могу. Мне 100 лет хватит? Девочки, я нашла, я вот сюда пойду. Куда? 20 лет. Сань, вот сюда. Ну, опасно. И вот сюда попрыгать. Сюда, да, могу. Как всем хватит адреналина. Вот это на последнее. Да? Вот это мы не пойдем ни при каких обстоятельствах. Я хочу, ребята, ты боишься, Илья? Илья оценивает риски. Ты боишься? Нет? Офигеть, как можно не бояться? Вика, а ты? Хочешь? Да, я обожаю. А ты? Ты в том году каталась с нее? Поедешь еще? Отличный влог, я не поеду ни на чем. Мы поснимаем, как поедут девочки. Я реально дико боюсь. Может, на чем-то одном. Вот, вот на той горке может быть. Вы просто посмотрите, как это выглядит. Они едут в такую высотищу. Просто трэш. Вот сюда мы идем. Смотрите, их вот так. Смотрите, как это страшно. И сама кабина шатается, а потом она крутится по периметру. Это пипец. Короче, вот здесь комната страха. Это все с челкой. Ксюша, человек, который не боится
ничего. И она сказала, что она плакала. Там это действительно единственная страшная комната страха, в которой она была. В которую ты пойдешь. Я не пойду. Пойдем. Я не пойду. Там безопасно. У меня уже глаз задергался. Так безопасно. Ну, честно, это не аттракцион. Например, что там страшного? На тебя подойдут и в какой-то момент испугают просто, когда ты не... Человек? Там еще человек подошел. А звуки? Ну, звуки. А я за Икой выйду. Оно мне надо? Ну, пожалуйста, ради меня. Я боюсь даже вот этой карусельки, Ксюша. Так, это пиздец, на самом деле. Закат красивый. Пошли, пожалуйста, в комнату страха со мной. Нет. Пойдем. Нет. Дай. Нет. Ради меня. Нет. Ставьте лайки, если да, не просто лохушка, вообще просто опус. Ставьте дизлайк. Короче, ребят покупают билеты, я не хочу, не пойду, боюсь. Ксюша меня уговорила идти в комнату страха, но я хочу узнать у Насти, насколько она реально страшная, чтобы оценить риск и понять, насколько высока вероятность инфаркта. Страх реально страшный. Я тебе уже взяла билет. Блядь, она еще взяла мне билет без моего ведома. Это пиздец. На что билет ты ей взяла? На дом страха. Молодец. А ты пойдешь? Нет. Я пойду только сюда, вы что? Я блевану уже здесь, мне так плохо. Оля, конечно. Это ее конь личный. Ее личный конь. Завидуйте. Это просто охренеть. У человека свой конь. А чего добились мы? Ничего. Нет. Конечно, нет. Я иду в дом страха. Ребята, увидимся в следующем кадре, где я буду седой. Нет. А вдруг я за Икой останусь? Вот туда Танечка идет. Да, сюда взяли билетики. Американский. Нет. Да. Ты сказала, что ты на этой горке прокатишь. Да. Ты пойдешь. Она не страшная. Там даже нету 360. Она не страшная. Вагонетка. Ты просто катишься. Вагонетка? А вдруг она с рельс сойдет? Нет. Конечно, именно на тебе. А мне? За 1000 лет на тебе сойдет. Может, у меня шарик, это судьба. Я боюсь. Да так, погнали. Мы же взяли. Вот именно. Пойдемте, косы не ждут. Мы все рядом будем. Я не поняла, как произошло, но мне купили билеты девочки сами и заставили меня идти на американские горки. Никогда в жизни не ездила на американских горках и не хочу начинать, но я уже иду. Убейте меня до отъезда. Короче, это пиздец. Я вылезла с этой штуки. Если бы я знала, что это настолько страшно, у меня все трясется. Я первый раз в жизни каталась на американских горках, я не могла это снять, потому что я держалась двумя руками. У меня трясется все. Если бы я знала, что это за дерьмо. Я сама орла крабе. Я помаду в ноги положила, она улетела. Короче, я бы никогда не поехала, если бы знала, что это. Я думала, я умру нахер, у нас все вниз головой. Я выпила бутылку пива. Я не видела, что впереди. Я думала, просто так вверх-вниз какая-то горочка. Вверх-вниз головой. Потом она еще так медленно, и она трясется, как будто она какая-то обшарпанная советская корзинка. И потом просто, когда резко вниз, причем не просто вниз под углом, а под прямым углом, так, и она скорость набирает, она просто так вниз, и Настя такая, я тебя держу. Она меня держит, блядь, это Женя меня не держит, Настя меня держит. Я ложусь на пол. Я ногами половину на полу, я вот так кладя. Я держусь, типа, я сама себя удержу, если что. Я не уберу, я так и железку. Фак, просто фак. Я трясусь, потому что да, не хочется. Блин, спасибо. Я боялась, что она теряет сознание. Я вышла и сказала, я вас сейчас убью. Зачем? Все, это первое и последнее. Больше нет. Больше я не буду. Еще кто-то страха. Только мороженое, блядь, поесть. Ты автомат? Да, видишь, здесь нету джойстика, вот этот управлять. Никаких миги, какие-то. А, ну вот джойстик. Здесь управляют, не знаю, стрелки. Право, лево, вверх и все. Ну, один лев можно попробовать. Кстати, игрушки вайбовые. А вот эти вот, это еще из кальмара. Это еще из игрушка. Она, наверное, раз в какое-то время сама как показывает просто. А это, ого. О, это эта херня, как Кисимиси. Кисимиси и хаги-ваги, да. Хаги-ваги голубой. Да, это да, Кисимиси. Да. А у черного не помню, тут вот это надо у Симы спрашивать. Она знает всех. Причем их там очень много, они разноцветные. И у них у каждого свое имя. Ого. Чтобы понимали. Ну они стрёмный трэш. Конечно, ебать, что это за игрушка такая? С этой пастью. Это, ну, ребенок должен с ней играть.
Но я ее боюсь. Типа, если бы я утром проснулась, у меня в постели рядом лежит это, то я бы больше не просыпалась. Мне, кстати, даже вот это страшно. А, нет, не будет. Это проще, чем вот. Они, ты посмотри, вот это, вот, ребят, они крутятся сами, кабины. Посмотрите, вау, пипец. С этой штуки Ксюша в том году слезла, я рядом с ней стояла, а нам было плакать. Ксюша? Да, очень страшно. Мы туда не идем. Не, мы не идем. Посмотрите, просто там люди подвешены. Крутится эта балда, я бы умерла нахрен. И так долго. Но я рада, что американские горки были быстрыми. Когда мы подъехали вниз, я такая, это все, я надеюсь, Настя такая, да, да, все. Сейчас я сниму, как эта горка, как ехали мы. Только едут другие люди, понятно, я не могла снимать, и так помада улетела. Смотрите. Вот поднимаются. Ну, пока норм, да? Просто посмотрите со стороны на этот трек. Вот сейчас начинает разгоняться. Сейчас, пока кажется не страшно. Пипец, я на этом проехала, серьезно, я в шоке. Вы понимаете, что я на этом проехала? Реально на этой херне проехала, вы угораете? Это было как 10 лет я ехала. Это не было быстро, это было стрёмно. Я посмотрела со стороны на наш путь, и я просто охренела, что мы... И еще помаду просрали. Сейчас найдем. Меня будут пугать. Нет, тебя не будут пугать, ты сама испугаешься. Меня... Нет, ты сказал, меня кто-то схватит. Я не помню, здесь или не здесь. Кто, блядь, меня схватит? Как не запутаться в показаниях? Пожалуйста, по правде расскажите. Там как в один момент выползет мужчина в самом конце. Это мужчина. Что вы рассказали? Это же спойлеры. Это не помешает мне испугаться. Ну, а я? А ты боишься? Нет, я хочу. Ну, все, смотри, я хочу испугаться. Ты там будет классно. Получается, мы уже сняли прогрев, но не можем не выпустить это видео. Погнали. Но я не хочу, я заикаю и выйду отсюда. Давай. Я вообще с похмелья. Касса. Здравствуйте. У вас еще вот это милейшее, вот это вот. Мы вчетвером. Снимать запрещено, я не иду. Ходи. Все, видишь, очень страшно. Кошмар! А ты сказала реально страшно. Это начало, блин. Короче, мой вердикт, было не страшно. Оль, блин, надо было тебе дать, чтобы ты снимала. Короче, было не страшно, но неприятно, что замкнутое пространство, что какие-то там мужики непонятные. И как? Все, я больше никуда не иду, я иду есть мороженое. Слушай, не страшно? Ярко. Ну, прикольно. А что, бывает менее страшно? Я поэтому не пошла, потому что я была там, я помню. Но она как будто искусственная. Такая, ну, понятно, да, что все слишком искусственное. Ну, когда мы идем в пятером, да, это одно. Когда мы вдвоем скушали, ты такие... Конечно. После такой прогулки мне нужен супермаркет нон-стоп, чтобы купить себе бутылку водки там просто. О, hello! Не знаю, просто дядя мне помахал для видео. И я ему второй раз помахала, чтобы заснять. Вайп! Раздай стилька! Какого тебе стилька раздать? Стилька раздаем! Надя, сиди со мной, ты все равно не пойдешь. А, ты можешь контентировать. Нет, что мне с тобой сидеть? Смотреть, как тебе плетут плетушки? А? Какого цвета будешь делать? Я не плетаю ничего. Со своих волос косы? Просто, да. А-а-а. Я уже думаю, я буду похожа на боксеров. Нет, ты будешь на Крида похожа, он с такими же был. Смотрите, куда собираются ребята. На вот эту фигню, которая улетает в воздух. Это сейчас она уже заканчивает свой цикл. А так она вылетает резко-резко вверх. И ребята все хотят. Я просто в шоке с вас. Ты приезжаешь, подходишь, да? Нет. Ты не каталась на ней? Нет. Боишься? Ну, мне хочется, но когда подходишь, видишь все вот это воздух, становится немножечко страшновато, конечно. Ну, адреналин. Но она огромная, она просто огромная. Так хорошо, что мне не хочется ни на чем кататься. Мне хочется мороженого и домой, и спать. Просто смотрите!
будет. Там разберемся. Охренеть. Я вас люблю. Удачи. Девочки гуглят, как продержаться на быке. Они сейчас будут непобедимы. Красавчик!
меня? Да. Я должна продержаться 3 минуты, чтобы выиграть бутылку виски. Я продержусь. Вообще стрёмно. Какое все это огромное. Вот все аттракционы, вот-вот, и там еще колесо, то есть до туда прям идет вся эта развлекательная тема. Офигеть. Короче, мы устали на всех аттракционах, пришли в ресторан есть. Смотрим меню. Все ребята чекают меню. Выглядит аппетитно. Смотрите, какого размера порции. Пледики. Тань, нужны пледы? Нет. Просто салат размером с две руки. В общем, все, мы уже будем есть. Я буду с вами прощаться, а завтра нас ждет новый день. Ну что, у нас уже новый день. Мы приехали в другой город на пляж. Наверное, это один из самых крутых пляжей по меркам Болгарии. Вот как он выглядит, в принципе, здесь вайб. Пляжную зону. Пока ничего не можем найти, потому что очень много народу. Либо очень жарко, либо очень дорого. Короче, пляж Сахара, скорее всего, мы выберем. Как Настер, как Вайбек? Как Егор Крид делает? Егор Крид? Ну, это не факт, но мы так делаем весь год. Ок. Оль, как Вайбек? Класс. Мы пытаемся зайти в воду, и там есть волны. Да. Но очень жарко ногам. Я поэтому хапочку.
Инстаграма. И нам пришлось раздеться. Сейчас застирываем вещи. Блин, короче, волны просто бай. Как же постирать! Мы приехали! Ой, это очень смешно. Короче, прям было круто. Оля, спасибо, что сняла. Обращайтесь. Мы еще боялись, что Оля скажет в конце, что она не включила камеру. Типа тренд, когда хлопки-хлопки, потом run fast. И, короче, мы бежали в воду. И все получилось с первого дубля. Поэтому теперь мы уже мокрые, эстетичного видео не получится. Можно просто байбить, купаться. Короче, вот так. Чисто приехали постирать и посушиться. Это лайфхаки от Насти, как не уронить телефон в воду. И сами волны. Хорошо. Тут пока нет волны на штиль, потому что я... Можешь меня пофоткать? Человек. Я вот так сам. Сняли много видео. Уже выложили в Reels в Instagram. И просто чилим. Мы очень устали от волн. Но мы такие куколки, тут лежим. Анастейша, Сеня, Ольга. Ольга как продюсер просто на телефоне вечно. Вот здесь QR-код на меню, и мы смотрели, что нам поесть. Ксюша узнала, что телятина – это молодой теленок, и стала вегетарианкой мысленно на одну секунду. Нет, просто кто-то говорит, что такое тележка? Молодой теленок. Короче, мы хотим сейчас повторить вот этот тренд. В общем, для этого сложнейшего задания я пытаюсь выучить слова песни, но пока не получается. Причем, пока мы сидели, вайбовали, начался дождь уже мелкий, и передают вообще сегодня ураган. И, скорее всего, мы все тренды, все фотки, все, что мы хотели, будем снимать под дождем. А чтобы вы понимали, у меня вот две сумки вещей, одежды, купальников, каких-то маек разных, чтобы сделать разные видео. Поэтому предстоит сложный рабочий день. Как ездят на пляж нормальные люди? Просто берут... Дождь пошел. А как ездят на пляж нормальные люди? Берут купальники. Как езжу на пляж я? Вот с такой косметичкой. Сейчас пасмурное самое время краситься, чтобы снимать бомбовые фотки и видосы. Принесли еду. Вот так все вайбово опять же выглядит. Слово дня – это вайб. Вот, а я уже начала краситься. Уже один глаз готов. Вот с такой косметичкой я. Приступаем. Уже реально очень пасмурно. Смотрите. Но это очень красиво. Сейчас самое время делать нереальный контент. Будем стрелки рисовать? Дождь. Да, я видел. Будем стрелки рисовать? Надо. Чок. Сейчас я съедаю пиццу и иду показать вам дождливый пляж. Это очень красиво. Пасмурная погода на море – это настоящий вайбик. Очень круто. Правда, уже солнце начинает выходить, но выглядит прям масштабно. Яшкины уже просто не знает, чем заняться, и наконец начала фоткаться. Но, наверное, тени мы так и не дождемся. Со светом просто морда красная, как блин. А задумка видео очень прикольная, вот эта с Моаной. И хочется ее реализовать. Мы уже 105-й раз переоделись и ждем, пока сядет солнце.
чтобы снять трендовое видео, потому что пока солнце, то видно на стену тень. А мы уже очень устали и очень хотим домой. Мы сделали все свои дела, пофоткались, поснимали видео, позагорали. И уже уходим, потому что здесь начинается лютейшая дискотека. Мы едем к себе в город и будем собираться на ужин в лучший, просто лучший ресторан Болгарии. Окей. Бабочка постоянно? Ну, у меня на светлом фоне просто видно, что я черная. Но вы тоже максимально черные. Ты можешь так ноги развести? Блядь. Это видео. Все? Ебать, что так неровно? Вы че, блядь? Ёпта. Мы старенькие. Что ты падаешь? Старенькие. Оцениваем наш загар. Мы сегодня нереально обгорели. Все, что вообще Black Mamba. Короче, мы уже пришли в этот чудесный ресторан, который называется Happy. И тут всегда очередь, поэтому нам ждать 20 минут. Нам дали такой номерок. Будем ждать. Короче, самое главное, что этот ресторан специализируется на роллах. И просто посмотрите, какие они божественные. О, у нас зазвенел номерок. Смотрите, уличным... Ксюш, зазвенел. Зазвенел. Идите, зазвенел, да. Вот, короче, как выглядят эти роллы. Ну, просто посмотрите, это же просто произведение искусства. Без вопроса. Кстати, стол вообще идеальный. Это вообще вайп. Да. Короче, это самое идеальное меню на свете, потому что, во-первых, оно с картинками, во-вторых, картинки как из мультика. Они просто все нереально яркие, и ты абсолютно не знаешь, что выбрать. Это еще не доходишь до роллов, а у тебя уже глаза разбегаются. А когда ты доходишь... А, это типа Барби? А когда ты доходишь до роллов, то можно вообще сойти с ума. Просто посмотрите на это. По-моему, это вайб. И оно еще бесконечное. Но это вообще не чувствуется. Вот, вот эти все вкусные на джине, я все пробовала. Ну, апероль любите. Апероль вот я везде пью. А, вот это я пробовала на водке, кстати, он классный тоже. Но они не очень крепкие, так что норм. Нет, но мне они не очень нравятся по внешнему виду. Просто бестселлер, лайк. Я их беру, и Настя тоже их попросила взять. Сверху, мне кажется, огурец. Нет, там авокадо. А сверху какой-то соусик, мне кажется, или манго даже. Они не острые? Нет. Креветка, филадельфия, авокадо, огурец, хэппи майо, драгон соус, наги соус и какие-то тугараши. Не знаю, что. Тугараши, наверное, эти. Но вот это best of the best. Да. И все еще по-прежнему Black Mamba best of the best, но она остренькая. А, мне еще, кстати, вот эти вот очень нравятся, с рыбой и с крабом. Кстати, смотрите, здесь есть из-за хайпа по поводу Барби такое розовое меню. Но в целом в нем ничего интересного. Короче, нам уже принесли еду. Посмотрите, как это красиво. Реально очень необычные роллы. Вот, поэтому мы будем есть. И на этом я уже буду с вами прощаться. Большое спасибо, что посмотрели этот влог до конца. Я вас люблю. Пока.